Всем привет! У нас сейчас такая жара. Бедные гуси, у меня задыхаются мои сладенькие. Не знаю себя уже куда девать от жары. Но вроде бы сегодня последний день по прогнозе. Что это самое жарко будет. Там дальше легче будет. Смотрите, он даже рты открыты, мои родные. Мои вкусняшечки, гусяшечки мои. Вот так они у меня в ведрах и воду пьют. Вот так моя красота, вот она моя красота. Гуси — это моя гордость, а индюки — это моя слабость. Честное слово. Но это самое, гуси очень понятливая, умная птица, очень. Просто они каждое ваше слово понимают. Что можно, что нельзя. Все понимают прекрасно. Особенно приучаются к вашему голосу, что вы сказали, они уже понимают, о чем вам говорят. Только у них языка нет с вами разговаривать. А так полностью они вас понимают. По крайней мере, у меня так. Первые, вот, когда они в загоне, в думе, да, дома, то есть в загонах, когда их не выпускаешь долгое время, потом выпускаешь, а они еще пока не поняли, скажем так, то, что говоришь, можно, нельзя, сюда или туда, тому подобное. Потом постепенно, когда уже приучаются к улице, уже они сами выбегают, уже начинают тебя понимать. Так что вот, друзья, подписывайтесь на мой канал. Содержание, кормление, уходы, лечение, прочие советы. Спрашивайте, отвечу всем. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока!